Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S8 Ultra включить режим не беспокоить. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку не беспокоить. Тыкаем по ней раз и можем переключать данный режим. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем добавить для него расписание, можем изменить название расписания, можем изменить дни, в которые оно будет активно, можем поменять время расписания, то есть выбираем время начала, время окончания. Также можем добавлять исключения для данного режима, когда могут быть вызовы, сообщения, беседы, сигналы и звуки, приложения. И также можем скрывать уведомления, можем скрывать все уведомления. Можем какие-то уведомления не скрывать. Но лучше всего скрыть все. Вообще, чтобы иметь полный покой. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.